И это ВК Джон. Заходим. Всем привет! Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами Даня Кянов и... И Максим Ахатов. Да, это Максим Ахатов, и мы снимаем уже вместе. Века Джоин, и все, заходим. Так, Любовь Попова в попу любит. Итак... Я только что посмотрел историю активности, и она буквально час назад заходила в Украине в Контакт. Контакт, смотрите, мы, короче, уже немножко раздули, отправили ее подруге, вот мой логин и пароль два раза. Они быстро вообще меняют, уроды. Итак, сейчас напишем мы, знаете кому? Друзья? Онлайн. Антон. Любовь, которая из Украины. Антон. Она же из Украины. Вот это раздут. Она же из Украины. Антон Хондон. Хондон. Итак, Любовь Петровна. Она замужем, оказывается. Так, измени скамбак, чтобы она там по-другому была. В смысле? Ну, не замужем, а там встречалась с Евдокимом. И пусть она встречается с кудрявым мальчиком. Так, друзья, заходим в друзья. Привет, внучок. Нас уже лалки. Так, скотина, какого хрена ты замуж? Таница я. Че другого снятия нет, сосунишка. Кто ты? Нет, давай напишем, подожди, на лодочку, которая в парке. Спроси. Которая в парке? Это вранье. Удалите. Удалите. Перешли этот. Блин, все поздно. Блин, на дыре. Раз язык такой длинный, животное. Славянская 58. Давай я напишу с ноутбука. Давай. Блин, страница удалена. Чё? Зачем она страницу удалила? Блин, чуваки. Она тупая. Мы сейчас не можем снять с экрана ноутбука, и давай включим камеру на iPad. Давайте. Как вы видите, Любовь Попова. Петрова, хотел сказать. Уже удалила свою страницу, и, к сожалению, вы не увидите логин и пароль. И время для рекламной паузы. Сегодня мы рекламируем канал Banzai Game Channel. Супер крутой комментатор, и там выходят летсплеи по Майнкрафту, Assassin's Creed и другим увлекательным играм. Советуем подписаться на него и поставить лайк, так как Гутем Channel подписался и поставил лайк. Одобряем и вам советуем. Запись. Мы только что взломали страницу. Прошло довольно много времени. Не только что, около часа назад. Да. Вот. Сейчас стреляем уже. И да, она рабочая и все нормально. Александр Милёшкин. Так, сейчас давайте вас напишем, типа, это Диме Ананину, то что, ты чё, офигел, моя жизнь стала продавать? Я продаю, я стал. Там Любовь Попова. Любовь Попова. Любовь Попы. Так, друзья. Так. Ты что, офигел? Чувак, ты какого фига? Ну, я лёж, стало, и как то ван. Меня, Любовь Попова. Ой. Хиты. И ждем ответа от Димы Онанина. Через Онанин. Онанин. Все, сделка отменяется. Прикинь, эта сделка всей его жизни была с этим Романом, он такой стесни. Давайте покажем ему этого красивого мальчика. Который полностью символизирует этого человека. Это кто? Это козявка, это Витяка. Я
Бэйбэйсти. Как его там? Александр Мелёшкин. Юлия Лосанова. Флиртомания. Вот это флирт. Улайстит уже. Мы не ставили лайк, заметьте. Ты меня уважаешь. Даже больше, чем сало. А вы не лучше, чем у Димы, она сперму с губы стирает. Чуваки, вот, чтобы такого не было, ставьте сложный пароль на ВКонтакте и меняйте его каждый месяц. Зачем? Я не меняю, 3 месяца, мне нормально, и у меня легкий пароль. Вот так же взломает тебя кто-нибудь. Что-то Дима запаниковал, даже не стал отвечать. О, слышишь? Он из России. Скинь свой номер. Скинь свой номер. Копировать. У него Android. Мне он нравится? Так, 17-й номер. Можно я задам вам несколько вопросов? У вас щенки продают? Продистые? Сколько у вас будет стоить щенок? Чихуахуа? Девочка для... Вот, пусть этого щенка продадут. Вот этого щенка продавай. Этот чувак сейчас в Индии, походу. О, нифига себе. Заходил через браузер Firefox. Сегодня в 17 в Индии. Постели, пожалуйста, на первое начало. Прости меня, пожалуйста, она первая начала. Ой, блин. Может, он шутит и... Что-то пишет, пишет. Ну ты бульба. Тебе будет приятно. Я только ты. Настал. Сколько? Даже не прочитал. Ну ты бульба, сейчас что-нибудь ответит. Ну ты сало. Что-нибудь его духе. Вот это остроумно. Фотография. Наклони монитор. Он же мешает. Он же мешает. Когда пельмени. А когда пельмени ест, он... Смотрите, прочитайте, да? Майонез кетчупу мешают только фигососы. Маршал Мэн, ну это, короче, M&M. Он тоже фотку какую-то скинул. Узбогойся. Тупица. Давай. И сало Дима точно лишится своего. Нет. Заблокировать. Все. И картохой закидает. Отписать. Вот давай напишу, короче, в комментариях или где-нибудь типа Зенит говно. Если что, мы Зенит уважаем, так что не подумайте. А давайте мы оставим несколько логинов и паролей от рабочих страниц просто как бы на раздачу. Кто успеет забрать себе, тот умеет пароль. Отпишитесь в комментариях. Да. И напишите, как вам. Классно. Классно. Итак, ну короче, ссылки на страницы разные. Точнее, не ссылки, а эти логины и пароли мы оставим в описании под этим видео. И вот на эту страницу, если ничего не поменяют пароль, к тому времени, когда смонтирую, все дела. С вами был GetDetCha. Останется у вас 3 логина и пароля. Это будет в описании под этим видео. И всем удачи, всем пока. А хотя, погодите, это еще не все. Смотрите, в группе Зенит все так бурно стали отвечать. Уже 3 или 4 человека. Сейчас обновлю. Вообще такие... А запусти сообщение. Твоя мамка за Зенит болеет же. У тебя семья и дети, а пишешь, как мой брат в третьем классе. Стримы и сообщения, прикинь, на туре. Блин. Зенит Кэмпшун. Че? А. Че? Ну фиг че? Кэмпшун. Че-то странно. Типа чемпион, но кэмпин. Ну ладно. Ну фиг, типа, пиздец. Какой-то кэмп. Напиши вранье. Ну такое. Неправильно. Ну все, да ладно.
мы уже попрощались, так что всем пока, мы выходим из этой страницы. Следи за Лечо. Не выходим. Еще. Следи за Лечо, офигеть. Так. Все. Arrivederci.